И в продолжении дорожной темы. На Московском шоссе от Талицкого моста до улицы Урицкого частично ограничат движение. На участке приступают к ремонту дорожного полотна. Работы начнутся уже в эту пятницу. Ремонтные работы будут проводиться поэтапно. В первую очередь демонтируют бордюрный камень и снимут старый асфальт. Движение планируют ограничивать по полосам. Проезд будет затруднен уже с понедельника. В качестве альтернативы водителям предлагают ездить через Первомайку, где недавно отремонтировали дорогу. Работы на Московском шоссе продлятся до начала осени. На приведение в порядок этого участка из бюджета выделили 92 миллиона рублей.